Друзья, приветствую! Илья из Красноярска прислал посылку с образцами масла Extreme VRC540CC. Так, вот описание. Сейчас я вам сразу быстренько пробегусь. Это Forester Subaru 7 года, 2-литровый атмосфер, на автомате 158 сил, пробег почти 208 тысяч километров, пробег на масле 5 тысяч километров. За это время долито 800 миллилитров масла. Так, эксплуатация осень, плюс 15, минус 15. Преимущественно это город, 55%. Так, ну и вот самого масла немножко пролилось. Сейчас его почищу, подпишу, ну и приступим. Так, это я быстро проговорил, потому что не всегда при отработке успеваю все это продиктовать. Так, сейчас обновлю спектрограмму. Вот запись экрана уже пошла. Масло это гидрокрекинг на 80%. Заявлено. Значит, 2% эстеров, вот видите, бугорки есть, нормально. Сейчас я попробую оценить, ну, на свой взгляд, так, 0,16, 0,17. Я бы сказал, что здесь скорее к 3%. Ну, вот, по крайней мере, так, как я оцениваю, сравнивая с мобилом, здесь я бы оценил это в 3% эстеров, честно говоря. Ну, может, я ошибаюсь, не претендую на истину какую-то там, супер-пупер. Так, сейчас выбираю данное масло, подкорректирую данные, посмотрим вообще, что намерило. Здесь, смотрите, относительно Castrol 0.30, здесь уровень присадок фосфор-цинк противоизносных 53%. Но, скорее всего, здесь эстеры их функцию выполняют, так что все нормально. Здесь приличный уровень эстеров. Эти данные сохраняю. Гликоль тоже здесь, видимо, это из пакета. Дает такие показатели. Так, я выставляю этот уровень как нулевой, чтобы в дальнейшем можно было оценивать. Обратите внимание на нитрование 5,4 единицы, в дальнейшем пригодится. Так, сажу прибираю к нулям тоже, чтобы оценивать. Щелочное 2,22, но значит, из-за того, что здесь эстеров приличный уровень, они завышают, я думаю, что здесь где-то я выставлю 1,8, хотя лаба там намерила сколько-то там, 1,83, но я думаю, что где-то 1,9, да, вот так, плюс-минус. Вот, у лабы все-таки воспроизводимость 40% погрешность при автоматическом методе для кислотного, это ГОСТ. Это я не придумал, можете сами посмотреть ГОСТ. ГОСТ 11362. Так, и, естественно, щелочное прибито, я поставил 9,8, но потом я уже пересматривал, что-то я картинку искал, блин, и я увидел, что там лаба что-то неправильно намерила, заявленные 11,1, ну, все это я уже отснял несколько дней назад, сейчас монтировать, так что, ну, извиняйте, не на что. Из-за эстеров, конечно, вот пришлось опираться на чужие данные, а они оказались такие под сомнением, так что... Простите, я могу подкорректировать на следующие образцы, но тем не менее. Так, смотрите, противоизносных присадок показывает 89%, отлично. А, нитрование доходит уже почти до 30, а 30 это уже порог тревоги. То есть здесь мотор тоже кричит, что дайте кислорода, нахер мне ваш бензин. Шутка, конечно. Посмотрите, обратите внимание на воду. 8300, я такого уровня никогда не видел, списывался с Ильей, и он мне, значит, объяснил, что это, скорее всего, из-за бутылки, набирали в одну бутылку, ее предварительно то ли мыли, то ли воду плохо слили, потом переливали в другую бутылку, ну и, скорее всего, образец просто был загрязнен водой. Очень высокий уровень сажи, 0,18, я не знаю, я такого не видел для бензина. Это, скорее всего, должны быть пропуски, зажигания, какая-то проблема. То есть много очень несгоревшего топлива в масле. Ну и кислотное, щелочное вы видели. Там по щелочному пятерочка осталась, а по кислотному, значит, 3,27. Ну, то есть примерно можно сказать, что здесь щелочное сработалось чуть меньше, чем половина осталась. Так, вот смотрите по вязкости, что с вязкостью нормально, в принципе, учитывая там половину времени городской эксплуатации, невысокой скорости, то, в общем-то, я считаю, что хороший уровень, сильного разжижения нет, такой в пределах там до 20%, наверное, вот так, 20. Да, кстати, не забывайте поставить палец,
Палец это не фак, а другой палец. Подписывайтесь, кто не подписался, нажимайте колокольчик, кто хочет получать новые уведомления. Ну и вот такой прогноз получился. Хочу отметить, что основная заслуга – это вот мотор постарался тут дать масло под хвост, скажем так. Вот нитрование особенно сильно повлияло на кислотное, и оно же и тащит за собой щелочное. Ну, прогноз 6400, вот. Невысокий, ну, для города, как бы, наверное, приемлемо. Но обращаю внимание, все-таки за мотором надо понаблюдать, чем он там занимается по ночам и вообще, как он себя ведет, послушный, непослушный. То есть, вот такая ситуация. Ну, что тут можно сказать? Значит, я тут проверял масло из Infiniti 3.5. Вот, и... Скоро подготовлю ролик, интересный очень ролик будет, и покажу вам фотографию причины нитрования. Увидите, и как бы будет интересно. Ну и здесь вот получилась такая история. Не знаю, как по стоимости, честно говоря, не приценялся к этому маслу. Ну, вот такое. Вот, все-таки это основная заслуга, это не масло, а мотор. Постарался его прибить. Если учесть, что 800 мл добавлено масло, скорее всего, уровень еще между минимумом и максимумом сюда подъеден, то получается здесь в районе 2 литров съел мотор за 5000. Достаточно много. Есть какие-то проблемы с ним. Вот, ну, вот такая вот ситуация. Значит, описание вы видели. Ну, что тут еще можно сказать? Вот так. Так, а, да, пробу отбирали с помощью щупа, шприца. Через щуп. Благодарю Илью за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всем, кто посмотрел данное видео, моя благодарность. Берегите себя и близких. Не болейте. Увидимся в следующих видео. Пока!